Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 июля и хочу показать вам еще один сорт, который стабильно в конце июня, начало июля спеет в теплице. В прошлом году и на улице он у меня рано поспел. Это сибирский изобильный. Он ранний, очень урожайный. Ну, из названия уже можно понять, что это сорт тоже сибирский. Он для теплицы пленочных укрытий, написано производителем. Но он прекрасно вызревает в открытом грунте. Там даже он еще больше, более урожайный. У него там более крупные почему-то плоды. В прошлом году в открытом грунте вообще прекрасный получился. Был видеообзор в прошлом году. Он высокий, 1,70 м. И на кусту до 7 кистей. Вот по 4, по 6, по 8 плодов. Лишние нужно прищипывать, если вы хотите вот такие вот отборные получать. Ясно, что 10 плодов по 200 грамм у вас не будут, но если вы будете вставлять по 4, не больше 4-5 плодов, то будут томаты отборные. Сейчас я покажу, выше поднимусь, покажу, сколько кисточек. Красивые они, такие гладкие, вкусные. Вот похожи на гусиное яйцо или на кёнигсберг красный, вот из этой оперы. Ясно, что они сладкие, они сахаристые и для свежего потребления, и для консервации. Ну, короче, универсальные. Он отдает рано урожай. Вот сейчас середина июля, у него уже один, второй, даже вторая кисть уже такая бурая. На один квадратный метр 3 растения, в один ствол, но я веду в 2, нам же все мало. Вот сейчас я... Смотрите, как он хорошо завязывает вот эти плодики. Сейчас поднимемся. Вот видите, вот здесь я не убираю. Тут могут быть получиться и более мелкие. Вот они все идут, 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 идут завязи. И вот он уже дошел до конца теплицы. Теплица двухметровая. И там еще цветы. Ясно, что его, если он сам не остановится, буду прищипывать. Но вообще, в прошлом году он у меня до самых морозов плодоносил, я его не прищипывала. Ой. Тут даже наверху, видите, какие крупные такие. Вообще, конечно, они, я не скажу, что они все крупные, они могут быть разные, могут быть крупные, могут быть мелкие. Но внизу, как всегда, самые крупненькие. Все, вот это сибирский изобильный, сорт неприхотливый, всегда стабильно дает хороший урожай. И главное, что и рано, и плоды вкусные. Вот какие яйца тут у нас висят. Все. Номер 133 в моем каталоге. Если хотите, подробное описание.